президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Спасибо, Александр Григорьевич. Поясняю. Все мы под Новый год, ну, а больше всего вы, просите чего-то у Деда Мороза, подарки. Дай, дай, Дед Мороз и прочее. А Дед Морозу ничего. Поэтому я решил, что будет правильно, если мы сегодня от моего и от вашего имени поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки. Там такие напитки новогодние, для взрослых, вы знаете. Знаете, да? И сладости. Правильно, они аплодисменты заслужили. Дорогие друзья, мои юные друзья, я хочу, прежде всего, вас поздравить с наступающим Новым годом. Праздником волшебства, веселья и подарков, которые вы начинаете встречать раньше всех, как только зажигаются елки в детских садах и школах. Ну, я всегда говорю, что любая страна сильна традициями. Если мы говорим «страна суверенная, независимая», значит, должны быть свои традиции, исконные, белорусские. У нас этих традиций много. Вот появилась новая традиция лет 5 тому назад, в канун Нового года, проводить новогодний бал. Ну, по аналогу известному венскому балу, вы помните. Кстати, венцы предлагали у нас во Дворце независимости проводить венский бал. Но тогда я сказал, почему венский бал? Мы сами проведем белорусский новогодний бал. И это стало традицией. Сегодня у нас очередная традиция – новогодняя елка с президентом. Ну, елок будет много, все они будут без президента, а вот традиционно с президентом. Будут и другие президенты, но эта традиция останется, если, конечно, вы этого захотите. Поэтому у нас сегодня традиционно Новый год, новогодняя елка с президентом. Скажу вам откровенно, ежегодно – в канун Нового года мы вас, мы вот все мы, организаторы, участники праздничных мероприятий, готовимся к встречам с вами. Делаем это заранее и очень-очень ответственно. Если кто-то думает, что перед детьми легко выступать, легко для них организовывать мероприятия, это неправда. Спросите у своих воспитателей, учителей, которые с вами находятся, и они вам расскажут, что самое сложное и самое трудное – это подготовиться к встрече с детьми, с вами. Особенно накануне Нового года. Поэтому Новый год – это праздник, который каждого взрослого, каждого побуждает стать волшебником. Не только Деда Мороза, всех нас. А что делают волшебники? Исполняют желания. Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, эта традиция называется «Наши дети». И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие идут к детям в детские дома, интернаты, в школы, просто в семейные дома семейного типа и радуют наших детишек и всех, кто там живут, новогодними подарками. Это стало тоже доброй традицией,
И я думаю, что эту традицию нельзя загубить. Ее надо продолжить до старого Нового года, но уже мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети не бедные. Но это старики, все мы молодыми не будем. Мы все будем стариками, и даже вы. Особенно маленькие вы еще будете молодыми, но потом вы станете стариками. Поэтому стариков не надо забывать. И хотелось бы, чтобы вот этот старт наши дети, когда мы идем с подарками к вам, продолжилось и закончилось там Новый год, а лучше пусть не заканчивается, чтобы мы пришли к нашим старикам и подарили им подарки, поздравив с Новым годом и с Рождеством Христовым. Так что традиция «Наши дети» уже долго существует, многие годы, и она уже укоренилась в сознании нашего народа. Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного – увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, значит, государство существует, общество здорово. И, конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год, не новую игрушку и какой-то гаджет, как-то принято сейчас, как вы делаете, а помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Подчеркиваю, в мире очень много детей, которые не имеют тепла домашнего, родительского. Много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить, чтобы на их земле был мир. Вот об этих людях, об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю. К счастью, у вас другие мечты, у белорусов, маленьких белорусов, детские. Пусть они всегда будут такими, и пусть эти мечты обязательно сбываются. Это и есть волшебство, которое все так ждут под Новый год. Об этом и рассказывает красивая легенда про символ нашей Беларуси – зубра. Вы узнаете ее с минуты на минуту. От всего сердца еще раз поздравляю всех вас, маленьких и уже взрослых, будущее нашей Беларуси, ваших педагогов, воспитателей, учителей, ваших родителей с Новым годом. Я желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья и, самое главное, успехов в учебе. Учеба для вас – главнейшая задача на этом этапе вашей жизни. А сейчас с большим удовольствием уступаю эту сцену нашим хозяевам, Деду Морозу и Снегурочке. И желаю всем вам приятного просмотра. Счастья, с Новым годом! Здесь есть книжки, которые вы должны прочитать. Обещаете? И своим друзьям и родным тоже прочитаете, да? Спасибо, успехов вам! Спасибо! Дедушка! Дедушка Мороз! Ой, Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка! Дедушка Мороз! Дедушка! Каждый год в декабре зажигается эта звезда.
Исполнение заветных желаний мы ждем, как всегда. Целый год мы мечтаем и верим, что чудо придет. И все сбудется, и будет радостный наш Новый год. Яркая вспышка загорится, и в небе останется наша звезда. Подарки получит немедли сейчас от меня. Все, о чем вы так мечтали, получится, сбудется, произойдет. Ведь сегодня самый добрый и сказочный праздник в году – Новый год. Все приготовили свои желания? Да! Раз, два, три, звезда, гори!